Бокал вина, а душу греет чай, глинтвейн, какао и любимый кофе. Мгновенье и растаяла печаль, блаженство и спокойствие во вдохе. Так и с людьми, с одними благодать, с другими как-то все не слава Богу, что даже точных слов не подобрать, и есть, и нет. Своя у них дорога. А человеку нужен человек, которому душа всегда стремится, с которым время замедляет бег, с которым и две жизни не набыться, с которым можно вдоволь говорить о чем угодно и когда угодно, и за беседой чай и радость пить в любое время, при любой погоде. Ну, а бокал? Пусть будет и бокал. Красивый, утонченно-элегантный. Он дополнением к напиткам стал, словно конфетам красочные фанты.